Мир можно изменить к лучшему. Взгляните на этих маленьких художников. Они ключ к переменам. Мы можем воспитать их так, чтобы они видели красоту вокруг себя, чтобы они могли выразить свои мысли и чувства. Когда мы учим детей рисованию и искусству, мы дарим им инструменты для самовыражения. Мы помогаем им развивать свою креативность и умение видеть мир по-новому. И этого достаточно, чтобы изменить мир. Одно поколение детей, обученных рисунку и искусству, может привести к переменам. Они будут видеть красоту в каждом уголке нашей планеты. Они будут стремиться к гармонии и взаимопониманию. Помните, всего лишь одно поколение детей может изменить мир к лучшему.